Сильнейшие за эту зиму морозы наблюдали жители Североказахстанской области. Столбик термометра в областном центре достиг отметки минус 38 градусов. Холоднее всего было в районах. Каких сюрпризов от погоды ждать североказахстанцам на этой неделе, расскажет Жанель Бесенбаева. Североказахстанцам прошедшие выходные точно было не до отдыха на природе. Сильнейшие морозы окутали территорию всей области. Самую низкую температуру зафиксировали в ночь на 24 января в селе Явленки Исильского района – минус 42 градуса по Цельсию. Причиной такого резкого похолодания стал антициклон из района Салехарда. Но даже в такой суровой погоде североказахстанцы были готовы. Все время в Петропавловске живу. Ну, конечно, холодновато, но что делать, ничего страшного, можно. Хорошо, что на выходные выпало. Я привык к этой погоде, да. Хорошая погода пойдет. Закаляемся. Раньше было тепло, пока, в 2019 году, более-менее. А сейчас нас погода не балует. Конечно, прохладно. И даже дома немножко чувствуется, что морозит. С началом новой недели морозы наконец начали отступать. Череда теплых дней начнется с обильного снегопада. Поэтому тем, кто уже прибрал лопаты подальше, придется снова их достать. Для тех, кто любит активный отдых, лучше утеплиться. Юго-западный и западный ветер достигнет порывов до 20 метров в секунду. А вот температура воздуха североказахстанцев порадует. Температура воздуха ночью 20-22, днем 2-4 мороза. 27 января по области ожидается местами снег, туман, низовая метель. Температура воздуха ночью 5-10, местами 13, днем 3-8, местами 11 мороза. 28 января температура воздуха ночью 10-15, местами 18, днем 5-10, местами 13 градусов мороза. Самое время для зимних забав. В целом, третья декада самого холодного месяца в году порадует теплой погодой. Осадков будет больше нормы, добавится работа коммунальным службам. Жанель Бесенбаева, Казбек Арыкбаев, новости МТРК.